Всем огромный привет! Всем привет! Мы снова с посылкой. Посылка пришла от Танюшки, Татьяна Хорошева. В прошлый раз я ей сказала фамилию Хорошева, потому что мне так понравилось, что она хорошая. И фамилия Хорошева. Мне тоже понравилось. Да, но на самом деле Хорошева. Танюш, спасибо тебе огромное. Я у Тани спросила, ну зачем вторую, ты же мне недавно присылала. Она говорит, это то, что не влезло в ту. Поэтому давайте открывать. Давайте. Ну и где твой нож? Вот тут. Наш чудо-ножик. Таня сказала, что открывать надо осторожно, потому что там что-то будет интересное. Давай я вот так держу, а ты вот так вот прорежешь. Ага. Вот таким вот мы секир-ножом теперь открываем. Многие боятся, как Макс это делает. Ну, будем предельно осторожны на самом деле, чтобы ничего не повредить. Так, это мы выкидываем. Так, давай я тут уже сама буду вскрывать. Сколько интересно. Да, на самом деле очень интересно, что же там. Танюша меня заинтриговала. Так, надо было что-то еще. Убирай руки. Ну, сбоку. Нет, мы сейчас вот так вот вскроем. Тут просто скотча много. Таня сказала, главное... Осторожно. Осторожно. Да. Очень интересно, на самом деле, что же там может быть. Ой. А то от радости-то раздерем неправильно. Ну, Тань, ты упаковала, конечно, это. Хорошо. Хорошо, сознательно. Сейчас мы тут справимся. Очень приятно, на самом деле. Ой, что-то вау, совсем интересное. Да. Так, откопали мы первые. Ой, как я уже довольная. Я тоже. Максу, подожди, подожди по очереди. Посмотрите, девочки, мальчики, это от Palmolive гель для душа очарования. В прошлый раз Танюша присылала два. Там было расслабление и, ну, в общем, утренний и вечерний. А теперь у меня третий, это очарование. Ой, как я рада. Спасибо, Танюш. Теперь у меня набор, я хотела такой. Блокнотик. Ой, какой он красивый. Буду записывать у него. Это мой. Это мой, это ж я блокноты люблю. Так, это блокнот «Цветущая ветка». Вы знаете, он сделан такой под старину, прямо вот... Максим из Осимов, пожалуйста. Спасибо. Но просто я люблю блокнотики в том, что они такие красивые. А в остальном просто они еще красиво выглядят. Вот почему я их и люблю в основном. Сон пронесен. А я хочу открыть, посмотреть. Но на самом деле мы оба с ним собираем общую коллекцию блокнотов. Ой, он правда прямо под старину. Сейчас я покажу. Ой, тебе помочь, мамочка? Нет, все. Вау. Вы знаете, подожди немножечко. Вы знаете, он сделан прямо как материал, как будто состаренный шелк. Вам, наверное, плохо видно? Вау, марочка, все такое. Старый. И сами листики. Я обязательно... Это, я, кажется, нашел тут закладочку. Закладочка даже. Да, тут даже закладочка есть. Он меня аж напугал, ахнул. Я же вздрогнула. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какие листочки. Прелесть. Прямо под старину. Так очень интересно. Они все разные. Ой, как Таня, спасибо. Все-все странички разные. И так здорово сделано, так выполнено. Тут рука не поднимется такое использовать-то. Шикарно. Вот даже есть такие винтажные, разноцветные. Очень-очень красивый. Танюш, спасибо. И настолько... Я прям наглядеться не могу. Настолько качественно сделан. Вот прям реально старинный предмет. Как будто старинный. Спасибо. Тут некуда ставить, чтобы вам было видно. Но я потом приближу, покажу. Можно открывать, пока ты смотришь? Можно. Так, это бархатные ручки. Устранение сухости. Это, наверное, крем для рук. Зимний вариант, я так думаю, потому что от сухости. Спасибо, Танюша. Активный гель алоэ вера. Ух ты.
Это что-то новенькое, я таких не видела у бархатных ручек. Спасибо. Это мне кристаллы. Ух ты. Второй, еще один набор. Кристалл, Танюш, спасибо. Он так хотел еще разок вырастить. Так это уже другие, посмотри, они такие вот были, как кораллы. Да, да, да. Но чистые. Они будут светиться. С ума сойти. Смотрите, вот такие кристаллы. Многие наблюдали, как мы выращивали синий кристалл. Какой у нас был? Такой... Сапфировый. Сапфировый. Вот такой вот. Да, вот как здесь в конце, я поближе покажу. Так он был другой. Палочками. Да, там другой. А тут... Такой вот, как кораллы. Красный, да. Этот красный будет. Макс как раз в прошлый раз, да, сказал, я так хочу красный. Но, кажется, это рубиновый. Рубиновый, ну, я, да, хотела. Рубин. Но это и есть красный рубиновый. Да. Так что, Танюш, спасибо. Мы обязательно, когда будем его выращивать, выложим. Кстати, сейчас, подожди, мы сейчас посмотрим. Это надо осторожненько достать. Кстати, Максимка стал поактивнее на своем канале, и вот последний раз была посылка от Настюши, там была коробка с Лего, мы выложили на его канале, поэтому, если хотите, как он его собирал, как этот домик у него получился, я ссылку оставлю на Максимкин канал, и вы можете посмотреть, потому что я не стала на своем загружать, а он очень попросил, говорит, мам, можно я на свой загружу этот конструктор? Так, Танюша, сейчас мы будем вот это вскрывать. Тут есть такая коробочка. Что в ней? И сейчас будем смотреть осторожненько, что же в ней такое. Ой, так интересно. Это интересно. Очень интересно. Еще главное, чтобы ничего не повредить. Сейчас, сейчас, сейчас. Аккуратненько мы тут все вскроем. У Танюши есть тоже свой канал. Поэтому, если интересно, я обязательно на Танин канал оставлю ссылку. В прошлый раз я не оставляла ссылку, если честно, я не знала, что у Тани есть канал. И поэтому ссылки не было. Сейчас оставлю. Вау! Это тебе. Какая красота! Посмотрите, это мне для творчества. Вот такие хрусталики декоративные. А тут цветочки такие. А тут, в общем, такие ажурные бусинки, кристальные фигурки. Прошлые посылки... Смотрите, в прошлой посылке Танюша мне прислала для рукоделия очень много цветочков. Жемчужины. Да, тут жемчужинки. Но я сейчас поближе все, конечно, покажу. Сколько тут много их. Вау, тут столько для рукоделия. Давайте я вам вот так вот, смотрите. Это вот так вот подглядываешь, когда вовнутрь, кажется, вау, сколько интересного. Ну, вытягивай со своей стороны, вот тут что-то совсем сладкое и вкусное. Несквик! Несквик, да, вот такая сюрприз. Шоколадка. Сюрприз. И шоколадка с Орео. Да, Альпен Голд с Орео. Ой, Танюш, спасибо. Я люблю. Тут еще для рукоделия. Ну, Таня, ты меня избаловала. Смотрите, какая красота. Ой, Таня, тебе цены нету. У нас такое вообще не купить. Я такое только на заказ заказываю. Цветочки. Да, снова цветочки. Да так много и такие интересные. Вот. Кто рукодельничает, те меня, наверное, сейчас понимают. Потому что вдалеке есть для меня будет. Что ты говоришь, вдалеке для меня? Ой. А тут-то сколько всего? Давайте я вот это буду по очереди показывать. Максимка, потерпи, ладно? Угу. Пока я покажу. Это глубокое питание, интенсивная ампульная маска. От компании Шерри. Супер, спасибо, Танюш. Лифтинг эффект. Тоже маска вот такая вот. Я пробовала много уже от Шерри всего. Ну, такие не пробовала, а ну, кое-что уже потестировала. Мне очень нравится эта компания. Классные у них продукты. Это ультраувлажнение. Так, эту вот не пробовала, кислородная маска для лица и шеи, тоже для меня новинка. Она идет на две половинки, то есть на два раза. А вот из этого кое-что я уже пробовала и мне очень-очень понравилось. Это сыворотки. Четыре вида сыворотки. Первая – контроль над возрастом.
Они чем классные, что идут в таких саше-пакетах, по 4, ну, 4 пакетика, и каждого хватает на 4-5 раз, то есть, ну, надолго. Ну, по крайней мере, на мое лицо вот так. Лифтинг-эксперт, вот такая розовенькая. Ну, это классно, я их обожаю. У меня еще в запасиках есть 3 штуки, это у меня продолжение будет, мне Оксана Александрова присылала. Контурная подтяжка. Это все от Шерри. Да, это все от Шерри. Это вообще классная компания. И мне нравится, что эти сыворотки, они не липкие, они сразу впитываются, и лицо становится гладкое и классное. И клеточное омоложение. То есть все с учетом моей кожи и моего возраста. Спасибо, Танюш. Там ластики. Там ластики. А, Макс хитренький, он свое заметил. Ну да, разглядывай и показывай. О, вот такой вот гром прикольный. Гром прикольный, правда, смотрите, тучка. Тучка. Облачко. А это облачко. А это солнышко. И солнышко, правда, смотрите, какие классненькие. О, можно вот так. Придумать. Таких у нас не было. Был дождь, потом стала туча. Ну ты туда показывай. Был дождь. Так. Потом стала просто тучка. А потом... Выглянуло солнышко. Это потому, что посылка пришла от Танюшки, да? Поэтому и солнышко выглянуло. Ой, я думаю, мы приближаемся к чему-то совсем-совсем интересному. Вау! Это тоже мне. Вау. Вау. Наклейки. Смотрите, чего. Какие прикольные. Такая суперская. Ой, такие смайлики классные. Очень интересные, очень прямо. Ну, Танюш, вообще, где ты это нашла? Девчонки каждый раз такое интересное все находят, что я просто диву даюсь. Ой, тут еще что-то. Еще наклейки. Старайся. А, я понял. А это я буду Максу оценки ставить. А, это оценки такие? Да, вот он у меня будет полы мыть, а я его буду оценивать. Видите, тут написано, здорово, прекрасно, уже лучше, старайся, молодец. Вот так. А клеить куда будем? На лоб. И сюда. Нет, на лоб. Особенно старайся. Так, тут пошли пробнички от Ифраше. Кстати, я такой пробовала, очень классный крем, мне он понравился. Ой, еще смайлики. Еще смайлики. Это тоже оценки. Это одна фирма. Да, тоже оценки, смотрите. Только в форме уже смайликов. О, посмотри. Если у меня что-то не получилось, то тогда вот так или вот так. Да, а если я умничка, то тогда вот так, вот так, вот так, вот так. Танюш, тебе вот такой смайлик сейчас. С двумя сердечками. И вот такой. Так приятно. Это еще один такой же крем. Два. Кажется, а, вот это. Самое интересное на потом. Я тут приглядела кое-что. Смотрите, тут от Шанель. Это тушь, как я понимаю. Сейчас мы ее отсюда извлечем. Я справлюсь. В общем, вот в такой коробочке. Вот такая тушь. Я от Шанель тоже у меня была тушь. Я открою, потому что я буду пользоваться. От Шанель у меня как-то был пробник. Не обращайте на него внимания, что он хрюкает. Он болеет. Без температуры, но болеет. Вот такая у него щеточка классная. Я не знаю, наверное, не фокусирует, на нас фокусирует. Но я покажу поближе. У меня был когда, не знаю, не помню я, вот такой или нет, но классный. Мне очень понравилась тогда вот эта тушь. Ну, я думаю, к самому интересному мы приблизились. Будем открывать. Вот скажите, маленькая посылка, кажется, на вид вроде немного. А когда начинаешь доставать, кажется, ну вообще и дна-то нету. Это вообще бомба. Бомба. Я люблю такие вот необычные. Вот бомба. Но это тоже взрывище. А вот это моя бомба. Вообще, я прям... У меня даже все глаза туда. Вот это сладкий взрыв. Вот это прикольный взрыв, ух ты. А вот это бомба. Вау. Я отделяю. Посмотрите, какое чудо. Так.
Таня, какая ты мастерица. Это она сделала? Да, это Таня сделала своими руками. Вы посмотрите. Ну, я сейчас поближе, конечно, покажу. Это что ли вышивание крестиком? Наверное. Вот так оно открывается. Это кошелек. Супер. Ой, там еще что-то лежит. Мышка. Вот такая мышка. Которая должна жить в кошелечке, как я понимаю. Ой, какое чудо! Я поближе покажу. Кошелек-то не пустой, с мышкой приехал. Ой, какой он красивый! Посмотрите, прямо здесь отделение. Ну, такого у меня еще не было. Таня, у тебя золотые ручки. Прямо вот супер. И все на две кнопочки крепится. То есть с этой стороны... Ну, две. И здесь две. И вот так вот закрывается. Вот, прям легко закрывается. Ой, вообще, я в шоке. Ой, вот бы мне вот такое вот что-нибудь красивенькое. В крестик тоже. На, в крестик. Мне бы, говорит, такое в крестик. Вот такое вот для девочки мимишество. Ой, Тань, спасибо. У тебя золотые руки. Так настолько понравилось. Настолько неожиданно. Супер. Я даже наглядеться не могу. Вообще нет слов. Вот реально приятно. Особенно вот так вот все вместе. Смотрите, как вау. Красиво. А? Прикольно. Вообще такие подарки. Нас... Ой, я не знаю. Я сейчас буду по кругу гонять. Одно и то же буду говорить. Спасибо, Танюш. Спасибо всем, кто, если за нас радовался. Потому что подарками мы хотя и задарены... Но каждый настолько индивидуален, настолько раскрывает человека. Ну, у меня даже вот слов нет, насколько это... Нужно быть щедрым и замечательным человеком, чтобы каждый раз что-то новое, интересное, неизведанное для нас придумывать. Это, девчонки, вы нас избаловали. Ух ты! Давайте я вам кое-что покажу. То, что входит в состав. Ты повыше подними вот в эту коробочку. Такая вот штука. Состав-то разный. Вот прошлый и этот. Здесь вот такие трубочки. Ну, как это называется? Палочки. Палочки, да. Вот такая формочка. Вот такая формочка. Инструкция. И больше ничего тут нету. Представляете? Так что интересно, как мы вырастим этот кристалл. Ну, наверное, этот кристалл уже мы будем растить на Максимкином канале. Я хочу вот это все творчество... Хотя я и начала на своем канале выкладывать. Я хочу все, что творческое, выкладывать на канале Максимки. Так будет интереснее и ему, ну и тем, кто очень хочет Макса видеть в кадре. Интересно, это от какой фирмы? Может, от одной эти кристаллы? Не знаю, ну посмотришь. У нас от той осталась крышечка. Лори. Ой, очень интересно на самом деле. Давай сюда, чтобы не потерять. Так что ссылку на канал Танюшки обязательно оставлю. И сейчас мы еще не прощаемся. Я сейчас все покажу поближе. Ну, поди пока выключай. Так что далеко не уходите. Разложила я все поближе. Давайте я кое-что все-таки покажу. Ну, первое хочется это поближе показать. Этот замечательный кошелек. Эмоции, конечно, переполняют. Я постараюсь их сдержать, потому что у меня просто это... Внутри все булькает. Для меня ручная работа, то, что связано с тем, что делают девочки руками, это вообще настолько восхитительно. Так классно сделано, так все аккуратно. И под карточки такие отделения. И вот сам материал-то такой оригинальный, интересный. Спасибо, Танюш. Вот реально это очень-очень приятно. С огромным удовольствием буду носить. Будет у меня такая память о тебе классная. Замечательно. Прямо вообще супер. И очень хочется показать поближе это вот этот блокнот. Он прямо светится, потому что видно, это материал такой. Вот я не знаю, это натуральный шелк или нет, но похоже на натуральный. И вот сами странички, вот они настолько интересные, они все... разные. Вот, смотрите, очень красиво. Я так поставила, тень не очень падает. Потому что сверху уже лампа.
Как красиво. Прямо бесподобно. Вот. Так смотрится. Ну, кто получает подарки вот такие вот оригинальные, ну, представляете, как ликует внутри все, насколько это все радует, насколько это все, ну, восхищает. Давайте я поближе тушь покажу вот от Шанель, чтобы кисточку вы тоже могли увидеть. Вот такая вот натуральная кисть, классная. Вот прошлый раз у меня, когда был пробник, вы знаете, я им пользовалась очень долго, месяца два, наверное, и только потом он закончился, то есть очень экономная. Вот. И вот, которая у меня была, качество классное было. Ресницы были просто, знаете, так, как у Мальвины. Но остальное, наверное, я уже показала поближе, да, мне кажется, было видно. Вот такой крем для рук. Давайте еще покажу пару масок. Может быть, что-то тут. Ну, вот тень падает, потому что схотелось стол в кадр, чтобы попал. И свет в то же время был. Ну, вот. Вот такие вот маски. Ну, вообще очень замечательно. Таня, меня чувство переполняет. Настолько это интересно. Вот это Макс уже ждет, когда отдам, говорит, начнем выходные выращивать. Интересно, как тут надо будет. Совсем другой состав. И поэтому будет очень интересно попробовать. Будем пробовать. Очень интересно. Все, спасибо. Так что сейчас наливаем чай с шоколадками. И будем пить чай, Танюш, тебя вспоминать. Спасибо огромное за посылку. Спасибо всем, кто был с нами. Снова радовался с нами. Спасибо вам за терпение. Многие, конечно, не выдерживают, что так много посылок. Но, тем не менее, это очень радостно. Ну, ссылки я оставлю, как я и пообещала. Обязательно на Танин канал оставлю ссылку. Максимкин канал оставлю ссылку, потому что все, что девочки будут присылать, будем выкладывать все-таки на его канале. Он, ему так интереснее, чем я показываю его на своем. А там ему лично пишут комментарии. Он очень радуется, когда именно ну, ему. Вот. Спасибо огромное всем. Всем до новых встреч и всем пока.